На Кубани выздоровели около 75% больных коронавирусом. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в регионе наблюдается снижение заболеваемости. За сутки зафиксирован 71 новый случай заражения. Возраст пациентов от 6 лет до 91 года. Общее число заболевших на сегодняшний день – 5182 человека. Умерло 54 человека. 20 находятся на искусственной вентиляции легких. В Северском районе после выявления коронавирусной инфекции у пациента его направляют в горячий ключ. Сразу начинается поиск людей, с кем бы мог контактировать зараженный. Все они проходят обследование. С самого начала того эпидемиологической ситуации, с самого начала, у нас на сегодня 51 человек был подтвержден. Из них 38 уже прошли лечение и находятся дома с отрицательными результатами, и все их контактные также. Двое ждут госпитализации. Остальные находятся сейчас на сегодняшний день на госпитализации в горячем ключе, проходят лечение. Мы ежедневно получаем информацию о их выписке, что у них отрицательно, выписываем. Также мы продолжаем за ними наблюдать. Промежуток времени неделю еще раз берем анализ, и после того, как повторно приходит анализ уже отрицательный, они снимаются со всех карантинных учетов. В тяжелых случаях, слава богу, у нас в Северском районе коронавирусной инфекции с тяжелыми пневмониями не было. Все были легкие или средней степени тяжести. Всего в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратилось около 13 тысяч человек, из них свыше 1000 детей. Все они находятся под медицинским наблюдением.